Bandai. Одинцовские спортсмены в составе сборной Московской области побывали на первенстве Европы по тхэквондо в Нидерландах. Участие в соревнованиях принесло сборной региона победу, а в копилку спортшколы «Орион» отправились одно серебро и 4 бронзы в личном зачете. И в составе команды Московской области мы поехали в Голландию на соревнования. Это рейтинговый турнир, где спортсмены набирают очки. Вот. И большой плюс, что мы попали во взрослый дивизион. Никита занял на соревнованиях 3-е место. В свои 14 лет он уже точно знает, что будет добиваться результатов в тхэквондо. Очень благодарен своему тренеру за мотивацию, говорит юный спортсмен. Планирую чаще ездить на Европу, возможно, когда-нибудь попасть на мир. Наконец-то получить КМС. Желательно мастера спорта. Международный выезд для кого-то стал первым и сразу принес результаты. Волнение ребят можно было понять. По словам тренеров, главное правильно настроиться. Ребята приехали, у кого-то первый бой, первый раз. И были волнения очень большие. У нас есть спортсмены, которые на первенстве России спортсменка заняла бронзовую медаль. Вот как раз в 2021 году. Это хороший результат. Выехала на международное соревнование первый раз, и немножко повлияла вот эта вот растерянность, то, что кругом иностранцы первый раз, и, соответственно, да, волнительно очень было и повлияло на результат. Но это опыт хороший на будущее. Я считаю, что должна быть уверенность, целеустремленность. Ну, я думаю, что целеустремленность у меня точно есть. Вот, немного уверенности, и я думаю, что все получится. Следующий этап – подготовка к соревнованиям в Австрии. Ну а в декабре планируется открытое первенство в Одинцове, где будет проходить региональный турнир. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».